Что же у нас тут творится? Вроде никого. Вообще никого не видно. Ну, посмотрим поближе. Прячемся от водителей. А чему регламент нарушаешь? Автомобилька-то вот как спрятался. На проезжую часть поставить? Нет, на открыто, чтобы видно было. Так, на проезжую часть поставить? Нет, на максимальную видимость. Максимальную видимость? Убирать будем машину? Ваше предложение. Машину переставить с более видимым участок. Вон, видите, церковь. Там очень большой открытый куда участок. Поставить? Да. А для чего это сделать? Ну, надо же соблюдать. Не, ну для чего это сделать? Порядок, что нас видели наши водители, да? Ну, конечно. Чтобы нарушители нас видели, да? Конечно. Чтобы смогли вовремя уехать, свернуть вправо, влево, правильно? Мы с одной стороны, на стороне нарушителя, так понимаю, да? А при чем здесь у нас сторона нарушителя или не сторона нарушителя? В данном случае я не на стороне нарушителя. На стороне кого? Ну, в данном случае вы же нарушитель. Чем нарушение? Ну, вы приказ... Правила дружины нарушили? Нет, вы приказ нарушили. Какой? Регламент. Какого имени? 185-й приказ. У нас там получается 43-й пункт. 43-й, как он звучит? Посмотрите, ну пойдемте. Ну я ж не буду дословно говорить. Вы говорите, нарушаете пункт 43. Как он звучит? Ну нельзя там прятаться. Там написано, что нельзя там прятаться. Как мы можем прятаться? Мы стоим, вот проезжая часть. Едет машина, нас прекрасно видят. Там даже не написано в зоне ограниченной видимости. Или там какой-то там максимальной зоне. Максимальной мы видимости. Стоим. Вот. А если мы сейчас станем здесь, водители отсюда будут выезжать, нас не будут видеть, правильно? Как нам так? Вы как? Вот как вы сейчас поступаете? Вы их вылавливаете, да? Кого вылавливаем? Ваша задача вылавливать, да, водителей? Зачем нас вылавливать? Или какая? Или обеспечить им безопасность дорожного движения? Ну вы сейчас что делаете? Вы их не вылавливаете? Мы вылавливаем. Ну как это можно по-другому назвать? Как, ну что, с сетями стоим их вылавливаем? Нет. Ну вас вообще не видно. Вы их просто-напросто вылавливаете. Смотрите, проезжая часть. Нас видно оттуда. С этой стороны, с той стороны, нас же видно. Нет. Ну как не видно? Вот мы стоим. Ну по этим дорогам вообще никто не едет. По каким ездим? Вот, а более-менее основная дорога. Более-менее основная? Да. Так если мы стоим с этой дороги, нас не будет видно, да? То есть она посреди перекрестка надо стать, так получается? Я же вот вам говорил, вот церковь, да, вот там прекрасный обзор, прекраснейший. Так а если отсюда будут выезжать и нас не увидят, будут поворачивать, а вы спрятались за углом, да? Ну, знаете как? Это не повод для того, чтобы прятать машину. Где же вы в кустах прячете? Стоит машина. Вот они кусты, вот смотрите. Какие кусты? Вот он забор. Под углом вот этого забора я вижу только второй дом от перекрестка, правильно? Это меньше, чем даже 100 метров. Вторая сторона. Ну и что? Ну, это что, повод, чтобы прятать машину? Вот опять мы опять так к этому возвращаемся. Вот она, открытая машина. Смотрите на нее с любой стороны. А, вы сейчас протокол пишете? Какие-то. Вы сейчас протокол пишете? Постановление вот здесь. А, когда напишете, вы уберем машину? Куда? Туда, возле церкви поставить? Я не знаю, вы это принимаете решение. Сами принимаете решение? Когда вы уже будете с нами работать, что ли, там, в дружине, там, что-то? А? Знаете, я когда возле Кеннеди одного водителя присек, да, что я пришел к вам.
обратился, так и так. Там драка была, там пьяный был, за рулем, на чем он был. Ну, я подъехал к ближайшему посту, сказал, так и так, смотрите, сейчас бэха черная поедет. Водитель никакой, он вообще на ногах не стоял. Ну и что экипаж сделал? Он, видимо, мне либо не доверяет, либо что. Он разворачивается и едет в Армавир. Ну, нормально, совсем в другую сторону.